Лиду, что тут у нас по миссиям? Да. Дело соседа. Вестон. Найди Лену. Вот. Ну, я не хочу в подвал. Вестон. Но я ее не прохожу, потому что... Там я не хочу, чтобы роботы везде были. Питер. Вестон. Ну, я, в принципе, здесь все сделал. Питер, пойду к тебе в гости. Питер, ты чего? О, привет, Иори. Питер, ты с тобой все нормально? Вот крабовая пушка. Да, где-то дроиды заразили. Да, стоп. Дендроид, ты что тут делаешь? Что на меня нападает? Я просто хотел зайти в гости. Соседушка. Ого, а нет. Сосед, ты чё? Я думал, ты за мной гоняться. А, я не сосед, я соседушка с бородой. Что с собой, сосед? А, я стал цветочком. Ну ладно. Цветочек, это цветочек. Ой. О, пингвинчик мой. Сосед, ты выходишь? Отлично. А мы проберемся к соседу. Буп. Внимание, стреляю тревогу, а сосед сюда бежит. Вот блин. Вы видели, мы соседа жестко вырубили. Атаной, тем более. Я надеюсь, сосед больше не будет ко мне цепляться, а то он каждый день за мной гонится. Там все нормально. Ловушка. Сосед, до сих пор думаешь, что на тебя действуют эти ловушки. На меня действуют эти твои ловушечки? Да. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Сейчас мы откроем. Эту дверь. Я надеюсь, сосед вышел. А, ну да, он вышел погулять. Нечего тут следить. Вон, видите, там подача обла. Что там сосед делает? Вон он идет. Блядь. О, кстати, я прошу Вест Питера и печь обратно открыли. Стоп, а что там? Помните? Вот эту комнату. Там, где мы доставали удобрения. Сейчас мы туда проберемся и посмотрим, что там. Она открыта или закрыта? Закрыта! Почему? Я же открывал. Туда, что ли, пойдемте. Туда. Дендроид? Ты что тут забыл? Вы видите? Здесь дендроид теперь стоит. Он, наверное, соседу служит. Ну, чё? Ну, он мне не нужен. У меня, в принципе, есть. Ворота открыты. У меня все открыто, кроме подвала, потому что я не хочу в подвал. Так, сосед там идет. О, блин, я спалился. Внимание, стреляю тревогу, а сосед сюда бежит. Но я знаю, что сосед сюда бежит. Вот видите, по лестнице поднимается. Чего? Вы видите, там сосед меня не видит. Цветочек. Стоп, а так мы теперь достанем магнит. Миха. Вот блин, узнал. Черт. Маленький. Ну, большой и маленький. Я его называю маленький.
Всем пока.